Твоя цель здесь. Иди ко мне. Противник! Пошла жара! Мать! Противник, берегись! Пошла жара! Thank you.
Мать вашу! Держи от меня! На, хватай! Yeah.
56-й. Отсутствие излучения подтверждено. Крупных скоплений противника не обнаружено. Лепря высадил в районе антенн для разведки. Жду дальнейших указаний. 056-й, это база. Возвращайтесь домой. Вепрь, доложите обстановку. База, это Вепрь. Сопротивление минимальное. Кто-то прошел здесь до нас. Вепрь, приказ. Установить карантинный режим на территории антенн. Нарушители режима уничтожать без предупреждения. База, вас понял. Отряд свободы, прием! Это командир спецотряда «Долга». Приказываю вам развернуться, не валить отсюда нахрен. В центре зоны вам делать нечего. Нифига себе. Ты чё вообще командовался? Ща мы вам покажем, кто и куда валить отсюда должен.
Оружие убрал? Ствол на плечо, мужик. Оружие убрал? Чернобыля. Вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Ну, теперь я расскажу. Как-то пропал один долговец. Должен был прийти с утра. Жители, товарищи, беспокоятся. В конце концов, прибегают. Но остальные... Проходи, не задерживайся. Как она? Эх, если кто помог. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну, точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Не тормози, мужик. Человека им шлепнуть, что высмотрится. Моя информация может тебе пригодиться. Не тормозимся. Моя информация может тебе пригодиться. Если кто поможет. Чарный. Свободные сталкеры. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Новичков нынче, что собак не лезут. Не тормози, мужик. Моя информация. И все люди лучше стариков знают. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Кусок бы мяса такой здоровый, чтоб прям свертела. Скворчащий, сочный. Не тормози, мужик.
черный. Блин. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Ты ему про аномалии или брешь? Ни о чем думать не хотят, кроме банок. Пока кишки... Ты меня уважаешь? А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы речки и лес рядом. Как и оно? Не подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Разных. Вот дерьмо-то, а. День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Моя информация может... Тебе сюда нельзя. Отвали. Так, выполнение опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Оказаться в гамачке, да с книжкой толковой.
Орлы, слушайте меня внимательно. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Ты, наверное, меченый? Мне о тебе говорил бармен. Давай пробиваться вместе. Вперед!
прикурить, я обойду. Пошла жара! Минус один! Стоянка. Значит, мы в центре Припяти. Передвигаться тихо. Недалеко центральная база «Монолита». Вперед. Скоро мы будем на станции.
Меченый, иди сюда, поговорить надо. Меченый, иди сюда, поговорить надо. Меченый, иди сюда, поговорить надо. Пара радиохимической разведки, пробей. Квартет, я 0-30, понял.